Телекомпания СТС «Девятый канал» в поисках новых лиц. На днях состоялся первый тур кастинга, в котором приняли участие все желающие. Задача этого кастинга – отобрать лучших среди вас для дальнейшего трудоустройства в нашу телекомпанию. Точнее, даже не в нашу телекомпанию, а в наш проект. Ибо мы осенью планируем сильно расширяться. У нас грядет появление нескольких новых продуктов на этот город. И нам нужны новые, молодые, амбициозные лица. Участникам на первом этапе кастинга, а их 4, предложили ответить на вопросы компетентного в области телевидения жюри, журналистов и телеведущих телекомпании СТС «Девятый канал». Также грамотно рассказать о себе, прочитать текст и сделать его краткий пересказ. А навыки журналиста, умение работать с информацией, креативно мыслить и писать тексты будут оцениваться жюри на втором этапе. Самое главное, мы ждем от кандидатов в журналисты их большое желание работать, то есть работать именно на телевидении, не бояться сделать этот мир лучше. И самое главное, чтобы глаза горели. Но всему остальному мы вас научим. Единственное, что объединило всех конкурсантов – желание стать журналистами и ведущими. Но у каждого участника уже есть свой вариант желаемого телепроекта. Я бы хотела вести программу, которая связана с индустрией красоты. То есть это последние новинки в стиле, какие-либо изменения внешности. Я бы сделала программу, там, например, «Антибиржа», там, где есть вакансии по поиску работы. Вот. И можно каких-то кандидатов как бы выбирать. Вот. И как бы с ними можно ходить по вакансиям, по собеседованиям. Больше интересно, конечно, наверное, все-таки развлекательные передачи, потому что и так в нашем мире есть много поводов погрустить. На первый этап пришло около 30 человек. После жюри подведет итоги, и во второй тур пройдет лишь половина из них. Следите за новостями с кастинга и принимайте участие в судьбе будущих звезд экрана. Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение, ведь мы работаем для вас, поэтому звезду голубого экрана сможете выбрать вы сами. С 1 по 4 августа на сайте будет проходить голосование. Ваше мнение может повлиять на судьбу любого конкурсанта, который впоследствии может стать журналистом и телеведущим нашей телекомпании.